Так, ну что, голем у нас уже есть, причем целых три штуки. Теперь бы нам по-хорошему найти принт. Ну-ка, давай-ка, принт на голема. Короче, я понял, что тут дропы вообще максимально редкие, поэтому это не варик. О, нет. В эту пятницу, 28 числа, стартует новый 2-мен PvP-кластер на проекте Undead. И я сразу сходу говорю, для более комфортного начала выживания советую написать /promoisketed, конечно же в игровой чат. Ну а из основных изменений в этом сезоне, убран игнор Дина в турелях, также убраны дропы и жилы с айленда. У страйдера теперь будет бесконечный вес, это сделано для удобства фарма. И также возвращены стандартные настройки тек-лука. И не забываем, что новые игроки получают 3 дня PvE защиты. На серве есть внутриигровой магазин, удобное меню команд на F3, а также онлайн таблица рейтинга игроков и квесты на F2. И самое главное, трайб, который пройдет первый альфа Кинг Титана, альфа Ген 1 и Ген 2 Вознесения, получит бесплатный перенос персонажей на следующий сезон, а также плюс 5к рублей. Желаю удачи на вайпе, не забываем про мой промокод, все ссылки, как всегда, в описании. По логам меня ребята бахнули. И причем совсем недавно. Если он еще там, то он об этом точно пожалеет. Значит, мне кажется, он уже... Да, вот везде мешки. Он уже все залутал, скорее всего. Сейчас посмотрим, может, что-то осталось. Да, вот как я и думал, он взял только криоподы. И самое важное, и все. Остальное оставил. Знаете, я не привык быстро ливать сервера, когда у меня такое развитие. Мне, в принципе, вот остался паук, остались мейвинги, остались синемакропсы даже вот на бридзоне, поэтому это для меня не повод ливать. Это еще исправимо. Тем более, как я могу ливнуть, когда вот у меня в датах 3 голема. Сейчас мы все, ребята, исправим. Так, ну шо, в принципе, ресы со старой базы я уже перенес. Все в нужные места поставил. Ресурсы остались, динозавры некоторые остались, вот все, все, кто выжил. Поэтому, ребята, не все так плохо. Играем дальше. Кровь-то я уже покупать не буду, теперь мне нужны десмоды. Но что-то их тут особо пока что не видно. Это уже интереснее, ну-ка. О, мешочек есть. И раз я уже тут, овощи must have. А, этот спот переделали под базу. Окей. Так, ну-ка, здесь, на водопаде. Там... Ой-ой-ой, там турели. Блин, а где мне их томить? Короче, решил вернуться, и вот, пожалуйста, они все-таки заспавнились. Лавала у нас... О, 145-й и 95-й. Хорошо. Сейчас мы их притамим. Есть. Ой, май. Опа. Это какой-то бомж. Ну, в принципе, за 3 минуты вот столько крови нафармил. Это вообще козырно. Сейчас начнем томить. Есть. И второй есть. О, тройня. Ничего себе, спасибо. А вот за это спасибо. Забираю, конечно же. Да ну, да ладно, еще тройня. Ну вы даете. Вот это я понимаю, так бы всегда. Так, наши друзья. А, все, минус. Ну-ка, может там у них что-то осталось интересного? Не. Знаете, я бы себе купил диадону для подхила. Это прямо надо. А вот этих ребят, как вижу, не зарейдили. Им все еще хорошо, ну окей. Сейчас я быстренько подкачаю, подхилю големов. И попробуем. О, 39 уровней. Все, конечно же, в ХП. И диадончика нашего хорошего. Ща мы быстренько отхилим наших машин. Понеслась. Так, нам бы сейчас план действий придумать. С этой стороны вообще не варик залетать. А вот с этой, отсюда прям получше. Тут клифы, которые ограждают. В принципе, отсюда можно играть. Так, давай попробуем.
Осторожненько. Главное, осторожненько. Так. Я думаю, нормально. Теперь нужно голема выкинуть. Именно спиной. Чтобы меня не сбрило сразу. Идеально. Ну что, погнали? Все, есть. Сокаем. Теперь все зависит от того, сколько у них патрон. Знаете, ребята, что-то мне кажется, у них многовато. Я уже целого голема засокал, а турели все еще стреляют. Причем только две, которые я сокаю. Ну, в принципе, попробую еще раз на втором големе. Посмотрим чисто, сколько у них патрон. Так, осторожно. Так, в меня попало. Хорошо, что у меня еще броня есть. О, отсокали. Но на это я потратил целых два голема. Ой, не-не-не. За всего лишь две турели, типа, нет, это совсем не вариант. Я на это полдня потрачу. Но все-таки есть еще одна идейка, сейчас мы это протестим. Возможно, у них турели настроены только на выживших, поэтому сейчас мы проверим с помощью додошки. Давай! Дубль 2. О, пошло! Давай, додошка, давай! Так, добро пожаловать на Ген 2. Сюда я пришел не ради фарма, как 90% игроков, а ради миссии. Я попробую выбить седло на голема. Оу. О, там уже ребята во все попашутся. Ничего себе. В принципе, седло на голема можно выбить именно с гонки на инфорсерах. Сейчас попробую, конечно. Но я в этом не спец. Это просто нереально. Это слишком сложно для меня. Как они это все проходят? Нет, это Unreal. Так, дай-ка бету. Может, бету смогу. Давай, 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 4 секунды. Давай! Ой, хорошо, есть. О, работа новичка, 29, седло на голема, супер. Фига мне фартует, с первого раза выбил. Отдаю. Так, а теперь хочу попробовать одну интересную штуку. Это вот забайтить челов на дроп. Сейчас мы быстренько сепортера поставим. Вот так. И самый сок, конечно же, заберем. О, клиент. О, его залутали? Что? Есть! Что ты мне принес? Ой-ой-ой-ой-ой. А вот за это спасибо, просто изи лут. Ну-ка, у тебя тут уже поскромнее. Близко к чужим воротам. О, 12 турелей в радиусе. Я ведь слышу, что где-то есть. Где-то база. А вот где? А, хэвики. А что это за спот такой? Я первый раз вижу. Очень странно. А где вход? Что-то я не пойму совсем. Ну-ка, может, сверху? Что? В смысле, как? Откуда? Короче, как оказалось, это была межбаза. Я зашел на локалку, убедился самостоятельно, что это реально нелегитный спот, отправил скриншоты и координаты админам, но что было дальше, вы увидите в видосе. Ой, как же хорошо, что у меня запасной мейлинг в датах был. Забираем лут. Как же ненавижу этих строится в меше. Ребята, строитесь, пожалуйста, легитно. О, кто-то тут есть. Ну-ка, что там по турелям? Пока что... Ничего. Опа, не-не, 4 турели есть в радиусе, подожди. Давай-ка на этот раз я сделаю все более для меня безопасно. Сейчас мы лайфхак, ребята. Отключили интернет. И теперь можно вообще без проблем залетать на любую базу. Ну, типа, чисто ее чекать, смотреть. Чё, как?
Это меня более чем устраивает. Значит, тут вот он дот, вот турели обычные. Дальше у нас... за рейджинга, что ли? Так подожди, тут даже базы нету. Опа, опять что-то рядом есть. А что рядом есть? А рядом у нас... бочки с пивом. Халявное пиво я всегда возьму. Ну-ка. Тоже еще не заварилось, ничего себе. Так это он вообще недавно поставил, значит. Все, ухожу, ухожу. Опять что-то нашел. 23 турели в радиусе! Оу! Так это какая-то базецкая тут. Вот это... Это прямо серьезно. Там целый тег. Тег-репликатор, тег-турели. И чел в онлайне. А вот это еще интересней. Тут тека нету. Но хэвиков там наставили неплохо. Так, значит, ну-ка. База на клифе. Насколько я понимаю, там хэвиков штук 15. И там и автотурели тоже есть. Таргет просто прекрасный. Намечу. О, дропчик. Халява. Ой-ой-ой. Опа-па. Живем. Ребята, нас не нашли. Отлично. И, кстати, еще одна новость есть. Это, по-моему, мне должны были прислать поинты за то, что я базу нашел. Да, вот, целых 5600 поинтов. Ой, как хорошо. За то, что ты нашел меш-базу. Просто отлично. Так, а с метальчиком у нас... Он, по идее, уже переплавился за все это время, за всю ночь. Да, плюс металл. А что там с нашими соседями? Живые там нет еще? Там какой-то урон. Что? Ой-ой-ой. А их-то рейдят? Блин, там столько лута. Не хочу все это забрать. Но на базе никого не видно. Ща чекну. О, везде мешки с лутом. Ну-ка, наверх, подожди, наверх, наверх. О, металл. Просто миллионы металла нужен мейвинг. Срочно мейвинг. Привет! О, ребята, такой профит! Просто застилили 20к металла. И это только первая ходка. Я вернусь. Мне нужен металл, я не хочу его фармить больше. Ой-ой-ой. Сейчас на вторую ходку пойдем. Трансфер. О, не знал, что во мне живет такой еврей. Давай, забирай! Так, и третья ходка. Есть. О, около 60к, ребята. Опа. Там чел на таксюте. Не, все, 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 я больше не вернусь. Я, в принципе, наворовал неплохо. Мне хватит. Ну чё, пора рейдить. Опа. Карха? 60-я. Ну ок, все равно затомлю. Да-да-да, правильно идешь. Молодец. Раб. И сколько в итоге? Половина. Готово. Все. Куда ты пошел? Ой, хорошо, все. Жрем все подряд. Готово. Пока я тут летаю, кстати, нашел вот такую базу интересную. Хэвики. Нормально. Опа. А чел там в онлайне? А чел-то на пауке, а снизу мой мейвинг. Так, нужно разобраться. Ой, штаны, минус штаны. О, все, падает. Ай, перезарядка. Вот так. Ничего, у него. О, неплохо. Так, ну все, я на месте вроде. О, он там дот поставил, ничего себе. Сейчас посмотрим, что у него там по патронам.
Так, потихонечку. Ой, хорошо. Ну все, сокаем. В принципе, по ХП вроде бы неплохо. Да, прям вообще идеально. Все, готово. Минус дот. Ха. А вот на верхней турели почему-то не достает. Он что, на ло поставил, что ли? Сейчас мы все это дело проверим. О. Он реально на ло поставил. Да ладно. Сейчас мы с разных ракурсов попробуем. Посмотрим, что как. Офигеть, как близко. Слушайте, но придется строиться туда. Это очень интересный рейд. Блин, как же жаль, что у меня не изучена тег-винтовка. Это просто такой изи рейд. Так, ну вроде вот, если вот тут поставить, как раз таки будет норм. Ну что, поднимаемся, ребят. Потихонечку, помаленечку. Вот это я понимаю. Ну окей, let's go, ребята. Очень надеюсь, что у него патрон столько же мало, как и в доте было. Вот, по хпшке вообще приемлемо. Опа. Чё, все что ли? Да ладно, это около... Это вообще очень мало патрон на турель. Кайф. Так, спокойненько. Главное, чтобы меня сейчас не шотнуло. О, пошло, поехало. Так, готово. Вроде всю часть засокал. Вроде, но это не точно. Нужно будет еще вот так проверить немножко. Подниму-ка я Fortnite немножко повыше. Вот так. Так комфортнее будет. Так, готово. Как же близко, ё-моё. Так, ну что, мы достаем? Чё-то так не похоже. Окей. Так, потихонечку. Так, стопы, стопы, стопы. Все, 3к осталось. Нужно отхиливать голема. Сейчас все сделаем. Решил сразу всех отхилить, потому что почему бы и нет. Все равно они уже все продамажены. Есть. А, нет, еще есть. Ну, вроде все, ребята. Сейчас мы ракету пустим, там турели, которые слева сверху, они все еще заряжены. Что-то там развалилось. О, это хороший звук. О, это был уже геник. Все, слева уже все готово. Остается турель одну убрать, которую на клифе справа. Сейчас мы просто с третьего лица поставим. Вот так. И все, дело за малым. ГГ, ребята. Залетаем на хату. Ну-ка посмотрим, что там интересного. А, так там же вообще места мало. Я думал больше. Так, манекен, ну-ка. Ну, такое себе, если честно, пока что не особо. Так, по Патрикам у нас, вот как и говорил, 400 плюс-минус.
Смити. О, а вот тут уже интересно. Тут уже... О, криоподы! Ой-ой-ой, криопод. Вот так. Все забираем, конечно же. Так, станок. Станок у нас, в принципе, вот сишки даже есть. Порох, металл. Ну что, вроде я все там перешарил. Все самое главное и важное я взял. Теперь валим на базу. Вот какой Fortnite я за собой оставил огромнейший. Знаете, дай-ка я лучше его уберу, а то как-то некрасиво. Дай-ка. Вот так сделаем. О. Теперь с этой кучей лута нужно найти луч. И желательно, чтобы никого не встретить. Ой-ой-ой, сколько же у меня лута, криоподов там разных. Все, давай, мейвинг, давай на базу. Мы поднялись прямо совсем неплохо. Как по ресам, так и по криоподам. Это все убираем. Кнут в руки. Вот так. Все, валим, 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 валим. Пожалуйста, не убивайте меня. Генезис. Все. Все. Теперь нужно все это дело рассортировать как следует. Сразу поставить еще вот порох, чтобы делался. Кстати, до сих пор не понимаю, почему я лутаю патроны, если я живу без турелей. Вот, пожалуйста, летал по Аберу, нашел вот такую... Не знаю, это фарм... Это даже не база, это какой-то фармспот или что это. Это просто чисто трансмиттер и кровать. Интересно. Опа! Это мой клиент. О, ланга у него даже есть. Сейчас мы его накажем. Окей, это было тупо. О, а вот и он. Привет, дядя. Сейчас мы его догоним. Где он там? Да, все, у него броня такая себе. ГГ. Ну-ка, что у него там по луту? По луту у него... О, неплохо, так, киблы там разные. Он мэвингов собирался стомить, что ли? А вот мне интересно другое. Откуда он так прыгнул с парашюта? Там дальше красная зона, поэтому, скорее всего, где-то неподалеку у него база есть. О, 8 турелей в радиусе. Так, это вот в этой стороне, это там, где корень. Опа, паразавр палит. Я рядом. А, я это место знаю. Автотурели, хэви турели. Да, это он. Это тот же трайб. Интересно, но пока что не мой уровень. Для этого нужно прям подготовиться. Ой-ой-ой, 7 турелей в радиусе. Ай-яй-яй. Ой, не тут. Одна турель 10. Это вот в эту сторону. 13 уже турелей в радиусе. Ой, лишь бы это не какая-то мэш-база была. Не хочу опять сквозь текстуры как-то умереть. Где-то вот тут, по идее. Опа, вот нашел, там рипер даже есть. О, это клифф-база. База на скальной платформе. Интересно. О, вот сквозь эту штуку можно смотреть. Ну вот, значит, у нас там хэвики. Причем две штуки только сверху, и остальное это обычки. Обычки это вообще не проблема. Ну, это хороший таргет, кстати. Решил вернуться на вот эту базу, которая с трансмиттером. А то мне там отвлек чел на парашюте. Сейчас можешь постараюсь ее убрать. Ой, так там опущенные турели. Неужели зарейдили за это время? Вот на это не похоже совсем. Видимо, просто бензин кончился. Но окей. Я, в принципе, только за. Тут по-любому патроны есть. Я в этом уверен. Раз. Вот так. Ну-ка, посмотрим, что там по Патрикам. По Патрикам. Ой, по 700. Козырно. Ну и раз я уже на Абере, почему бы мне не взять металл? Хотя бы немножко, чуточку. Раз я уже собираюсь назад на базу, неплохо было бы уже взять с собой металл. Ну так, маленькая партия есть. Ну как маленькая, довольно-таки нормальная. Мне, в принципе, для своего игрока многое не нужно. Все, дверь закрываем и валим. О, да ладно, этих челов зарейдили?
Это буквально недавно было, значит. И все, что осталось от них, это чисто стягачи. Ха. Помянем, чуск. Да ну! Халявные стеги! Ой, ребята! Ой, лишь бы прокнуло, пожалуйста, просто халявные стеги на полу. 48 поинтов, ой, хорошо, вторая не прокнула, но главное, что вот одна уже есть. А вот эту пришлось убрать, это уже не прокнуло. О, 4 турели в радиусе. Где-то рядом база. Вот где? А, обычки. А, там и хэвики есть, я вижу. А. Вот, значит, спот. Да, я его знаю. Это Redhall такой маленький на эксте. Но турелям поставил вообще максимально плохо. Это я чисто могу граник взять и сплэшем дамажить. Это вообще изи рейд. Опа. А, дядя на мышке. О, с Фабиком еще. Сейчас мы... Ой-ой-ой! Чисто один шот и все, минус штаны. Так, 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 валим, валим, валим. Мне кажется, это габела. Где, 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 где? Нет, у меня больше штанов. Габела. Так, виверна. Валим, валим, валим отсюда быстрее. Ага, 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 офигеть, половина хп уже нету. А вот это было больно. Ух, нормально все, живем. Еле убежал. Так, решил еще раз чекнуть вдруг. Да, вот еще яйцо есть, супер. Возьму. Вот так. Да ладно, двойня. Ой, хорошо. А что там, интересно, по статам? Ой, пожалуйста, лишь бы прокнули. Лишь бы... 4, нет, не прокнули. Ну ладно, в принципе, это самки, можно их оставить на брид. Итак, мы вернулись на эксту. Сейчас я быстренько заряжу наши батарейки и пойдем рейдить. Все-таки лучше, когда тебя что-то дефает. Вот так, хэвик поставим. Патрончики, батарейка. Есть. И виву закрою позже, чтобы не привлекало внимания. Текст, ну тут у нас совсем все легко. Просто сплэшем дамажем. Вот в эту сторону. А, промах. Это я косой. Во, дамаг есть. Готово. А вторая турель. Ага, она, в принципе, вот. Стреляем вот в эту дырень. Опять я мажу. Сейчас все будет. Вот и все. Готово. Теперь залетаем. Интересно, сколько у него там патрон. Правда, они мне нафиг не нужны. По 400. Но все равно пускай будет. Да, немножко совсем. Тут чисто седло. Так, а теперь по базе. Что мы дальше делаем? Дальше у нас там две турели. Одна прямо слева с краю. Ну, я думаю, оптимальный вариант это убрать стенку и заодно и турель. Сейчас точно взорвется. Убрали? Убрали. Остается только одна турель. Вот тут прям совсем все изи, просто ракету пускаем и все. Оп, пожалуйста. Все готово. Ну-ка. Да, также по патронам. Тут у нас бензин. А, это все заперто. Ясно. Ну-ка. Опа. Тут ничего. Окей. А, вот, смите. О. А, ну, не так уж. О, такой себе. Сверху у нас кровати, холодильники и... Ага, стол. Понял. А сверху еще? Нет, ничего. Понял. Тогда сейчас мы все это дело взорвем. Так, решил сначала это убрать. Сначала с первым этажом разобраться. Ага, тут ясно. Еще смити один. Тут у нас... Ну, такое, понемножечку. Бум-бум.
Ну-ка, холодос, холодос. О-о-о-о-о-о, три виверны. Ну, конечно, такие себе ловала, но все же. Все, конечно, забираем. А, тут чисто киблы. Ну, все, в принципе, ребят. Такой изи рейд. Профита не так уж и много, но хоть что-то есть. Лол. А это что еще за конвой? Металл фармите, ребята. Знаете, внезапно у меня появилось желание жестко лутать дропы. Поэтому давай-ка это сделаем. Леопледон, привет. Кам туда, где? Нет. Ну ё-моё, давай! Нет. Все, оставьте мне покоя. Ай-яй-яй. Так, попытка номер два. Ну, камон. Нет, не хочет. Ах ты ж. Я вернусь. Готово. Все, бафнули. Теперь погнали лутать дропы. Знаете, ребят, если я делаю себе цель фармить принты, то это всегда надолго. Поэтому пожелайте мне удачи и посмотрим, как мне повезет в этой фотке. О, штанишки. О, а вот и первый фабик прилетел. Эй, баба, dog, I literally have nothing on me. Like, I just have charcoal. Ой-ой-ой! О, все, габельные, ребята, конечные. У меня с собой принты, блин. Нет. Как я от тусика уйду? Так, без кипиша у меня еще стамина есть, еще половина. Сейчас я что-то придумаю. Тут, в принципе, лабиринты, могу попробовать его запутать. Но это не факт. Знаете, я думаю, как и все варки, он гоняет с конфигами, поэтому он меня прекрасно видит. Не, у меня стамина уже кончается. На нуле буквально. Не знаю, что я буду делать спустя пару секунд. Ой, хорошо, текстурка такая хорошая. А, вот он меня видит, он про меня знает. Но хотя бы немножко зарегеню стаминку. Ага. Ну я тут, ребята, в ловушке. Я уже не уйду. Ой, хпшка. ХПшка чисто на нуле, ребята. Еще пару раз у меня тыкнет и все. Все, ласт. У меня ХПшка ноль. Любой уголок, пожалуйста. Ищет меня. Окей, просто ждем, просто ждем. Так, ну я отхилил Мейвинга на 50%. Я думаю, стоит уже валить. У меня с собой столько принтов, ё-моё. Мне нужно что-то на базу отвезти, а то будет обидно. Да ты серьезно? Ну и что мне теперь делать? Я прямо в центре Киева. До выхода прямо очень долго. Иначе меня пикнет. Ой, даже не знаю, что делать. Мне либо найти еще один уголок, быстро, беспалевно, либо, не знаю, кружить. Но опять же, у меня стамина уже половина. А он меня схватит сейчас. Все, хана, хватает. Что?
Да ладно! Меня спас игровой баг. Меня тпкнуло за пещеру. О. Просто миллион лута и всего. И меня еще в трансфере очень много. Данные, да, вот еще тут нужно все. Короче, пожалуйста, дайте мне все это трансфернуть, плиз. А ты серьезно, Раптор? Откуда ты появился? Отойди. Почему именно сейчас? Все, до свидания. Это его по-любому админ заспавнил. Быстро, быстро забираем. Так, вроде все. Все, ТП. Я это сделал. Ну что ж, вот и вторая часть подошла к концу. Ребята, огромное вам спасибо за такие лайки в прошлой серии. Я не ожидал, что в первый же день наберете. Но под этой частью вы уже сами решаете, сколько лайков нужно поставить. Короче, если вам серия понравилась, то дропайте лайк, подписка, там, не знаю, колокол. И, кстати, про комментарии, вот кодовое слово, пропишите его, и я узнаю, что именно вы досмотрели до самого конца этот видос. Всем огромное спасибо за внимание, топите дальше, и ла-ревидери.